говорите по-русски, да? Говорите по-русски. Можно у вас узнать, почему вы сегодня здесь, почему для вас это важно? Я сама с Украины, для меня это важно, то, что происходит там. Я вышла сказать свое слово. Как с этим в Сербии обстоят дела? Вы выходили уже раньше или это ваш первый митинг? Я выходила раньше, да. Раньше как-то людей больше собиралось. Ну, зависимо, зависит. Может быть, не знаю, люди разъехались в отпуска или почему-то сегодня не очень много. Печалит это, в принципе, что много людей не выходит? Ну, предыдущие разы было больше, поэтому я не могу сказать, что это тенденция такая. Просто сегодня так получилось. Сербия считается достаточно пророссийской такой страной. Это как-то выражается? Или замечали ли вы что-то подобное? Ну, радует тот факт, что не все такие. Есть те, которые поддерживают Украину. Надеюсь, все быстро очень в ближайшее время закончится. Спасибо. Я тоже. А YouTube канал «Острый угол» можете найти и посмотреть потом. Хорошо. Все, спасибо. Спасибо вам.